Повелитель. Меликсима. Всевышний пожелал, чтобы я взошел на трон. Нашей разлуки конец. Отныне ты всегда будешь со мной. Мы никогда не расстанемся. Тебя никто не обидит. Как мы и мечтали, ты подаришь мне много сыновей и дочерей. Я тоже мечтаю только об этом. Создать с вами настоящую семью. Повелитель, Валидыка Сумсултан давно ожидает вас в покоях. Время, когда ты был шахзаде, подошло к концу. Отныне ты являешься падишахом Великой Османской империи. Это большая ответственность. И я всегда буду рядом с тобой. Спасибо, Валиде. То, что вы есть, всегда придавало мне сил. Долгих вам лет. Но есть одна мысль, которая не дает мне покоя. Какая же? Я слышал указ о том, что на престол должен взойти самый старший и самый опытный шахзаде, подписал не мой отец, а вы его рукой. Это правда? Откуда такие слухи? Кто тебе это сказал? Неважно, кто мне рассказал. Ответьте на мой вопрос. Это вы написали? Я была вынуждена ради вашего блага. Не ради меня, а ради моих братьев. Вы думали, что я не пощажу их? Мы уже говорили с тобой. Три месяца, Валиде. Ровно три месяца мы сидели взаперти, как животные. А вчера мы едва не лишили жизни. Я и мои братья дорого заплатили за вашу ошибку. Теперь ваша очередь. Что значит моя очередь? Я не позволю вам оставаться с нами во дворце, Валиде. Вы теперь будете жить в старом дворце. Осман, что ты такое говоришь? Разве не я три месяца наперекор всему добивалась, чтобы ты сел на трон? Если бы я не доверяла тебе, не любила тебя, разве стала бы я все это делать? Именно это меня и угнетает. Я ждал милости, чтобы взять то, что принадлежит мне по праву. Если бы вы действительно мне доверяли, вы бы знали, что я никогда не трону своих братьев. Аллах все видит и знает, Осман. Я ни секунды не сомневалась в тебе. Я никогда не делала ничего, чтобы навредить тебе. Возможно, я принимала важнейшее решение для страны. Если вы хотели остановить братоубийство, надо было прийти ко мне. Хотели изменить действующий порядок? Сказали бы об этом мне. Достаточно было слова. Я бы все для вас сделал, положил бы мир к вашим ногам. А вы тем временем предпочли написать поддельный закон. Осман. Мои братья будут жить в полной безопасности в этом дворце. Вы можете иногда приезжать сюда, чтобы проведать их. Thank you.
Осман узнал, что это я написала указ. Только ты это знала. Зачем ты сказала ему, Джанет? Да что вы, госпожа. Пусть Аллах заберет мою жизнь, я ничего не говорила повелителю. Ты не смогла держать язык за зубами и кому-то проболталась. Иначе откуда он узнал? Ясно, что вы ищете виноватого. Но, уверяю, это не я. Значит, я? Во всем виновата я. Госпожа, и грех, и вина всегда на слугах. Если бы повелитель взошел на трон раньше, мы бы не пережили всего этого. Да. Повелитель, шахзаде Мехмед Хазрет Лири здесь. Как ты смеешь, Осман? Как ты можешь отослать Валиде? Она мало для тебя сделала? Выйди. Она всем пожертвовала, чтобы возвести тебя на престол. Этим ты и платишь. Говори, Осман, отвечай! Я ни перед кем не обязан отчитываться. Кроме того, отныне называй меня повелителем. И никогда, больше никогда не являйся ко мне без позволения. Можешь идти. Не думай о морях, дно которых поросло водорослями. Подними взгляд на горы. Если ты потерпела поражение, не тоскуй. Почувствуй ту безграничную любовь, что давно живет в твоем сердце. Не думай о ночи траура, нависшей над твоей душой. Посмотри на яркий свет месяца. Терпи, Кюсэм. Ты не можешь справиться со всем сразу. Даже если они не поняли тебя сегодня, когда-нибудь обязательно поймут. Жди этого дня. Даже если сейчас каждый вдох вдали от любимых детей кинжалом пронзает твое сердце, не думай об этом. Жди дня, когда ты сможешь вновь воссоединиться с ними. Терпи, Кюсэ. Прислушайся к небесам. Повернись лицом к тем, кого верил тебе Всевышний, к женщинам и детям. Повернись лицом к нищим. Стамбул, 1621 год. Излечись сама, перевязывая их глубокие раны. Терпи, Кюсэм. Сделай так, чтобы будущее твое было светлым и вечным, как ты того хотела. Добейся исполнения твоей мечты. Госпожа,
Ваш вакф годами оказывает помощь местным жителям, обеспечивает их всем необходимым. Это, к сожалению, один из самых бедных районов столицы. Однако, сложно помочь всем сразу. Добрый вечер, эфенди. Согласитесь принять гостей? Госпожа, Кесем Султан, вы? Что ты так смотришь? Пригласи в дом. Проходите, госпожа, добро пожаловать. Вы осчастливили нас. Госпожа, простите за такой прием, за убогий дом. Наш стол слишком беден для вас. Я не откажусь от тарелки вашего супа. Конечно, госпожа. Скорее, Хатун, налей. Скажи мне, как тебя зовут? Ибрагим. Ибрагим? Как моего младшего сына. Как учеба? Тебе нравятся школы и твои учителя? Он не ходит в школу, госпожа. Наши дела идут плохо. В карманах совсем пусто. Хатун, госпожа пришла. Стоит ли о таком говорить? Пускай расскажет. Кто не расскажет о горе, не найдет утешения. Мы запутались в долгах, госпожа. Все, что зарабатываем, приходится отдавать. Нам часто на дрова не хватает. Не то что на еду, и уж тем более на школу. Главное, что вы здоровы. У вас растет чудесный сын. Аллах да не оставит вас. Меляки, пусть их долги оплатят и предоставят все необходимые запасы на зиму и дрова. Ибрагиму пусть завтра запишут в начальную школу. Все расходы я оплачу. Как здорово, я буду в школу ходить. Госпожа, честное слово, вы так вовремя появились. Говорили, что Кюсем Султан вечерами ходит, переодевшись, помогает, чем может, всем нуждающимся, а я не верила. Выходит, это правда. Да исполнит Аллах все ваши желания. Долгих и счастливых вам лет жизни, госпожа. Большое спасибо, что посетили наш дом, госпожа. Это большая честь для нас. Да пошлет вам Аллах долгих лет жизни, госпожа. Приходите еще. Госпожа, Кесем Султан, прошу вас, заходите выпить с нами кофе. Уже поздно, госпожа. Нам лучше вернуться обратно. Искендер. Я видела Искендера. Как? Это невозможно, Искендер мертв. Наверное, вы обознались. Наконец. У меня голова от тебя кружится. Почему ты так нервничаешь, Мехмед? Он же сказал, что никогда не казнит вас. Дал слово. Конечно, он говорит, что не казнит. Не может же открыто признаться. Весной он идет в военный поход.
проверял меня, спросил, пойду ли я с ним. А ты что? Сказал, что будет так, как он пожелает. Но мне очень неспокойно, Айша. Возможно, он избавится от меня во время похода. Упаси Аллах. Это невозможно. Валиде помешает, она не допустит этого. Зачем мы собрались, брат? Не знаю, Мурат. Тебе что-то известно, Джанкалфа? Некоторое время мы не увидимся. Айша и Мехмед, вверяю братьев и сестер вам. Что это значит, матушка? Вы куда-то уезжаете? Наш повелитель запретил мне бывать во дворце. Но не волнуйтесь. Это ненадолго. Как он может? Что вдруг случилось? Я расскажу, Мехмед. Вы навсегда оставите нас, мама. Мы что, больше вас не увидим? Как же я вас оставлю, Мурат? Обещаю тебе, наша разлука будет недолгой. Видите, мама, ваш любимый сын снова отвернулся от вас. Сначала отправил в старый дворец, а теперь запретил нам видеться. Я вам говорил тогда. Умолял. Я должен был взойти на трон. Тогда бы ничего подобного не было. Никогда не обвиняйте своего брата-повелителя. Он не виноват. Это происки наших врагов. Они настроили его против нас. Как вы можете защищать его, мама? Посмотрите правде в глаза. Он давно отказался и от вас, и от нас. Мехмед, никогда не выступай против своего брата. Сохраняй спокойствие. Повинуйся им. Надеюсь, это не понадобится. Но если случится что-то непредвиденное... Айша знает, как вывести тебя из дворца. Очень жаль, Джанет Калфа. Сговорившись с Омаром Эфенди, ты вырыла нам яму. Можешь радоваться, я ухожу. Ты несправедлив ко мне, Хаджага. Я ведь тебе зла не желала. Вот, и Джан стоит рядом. Спроси у нее. Мы все время были вместе. Поверь, я ни в чем не виновата. Не наговаривай на нее, Хаджага. Джанет Калфа здесь ни при чем. Меня высылают в Египет, госпожа. Я покидаю дворец. Если я в чем-то виноват, простите. Я вам за все благодарен. Не благодари меня. Я с тобой не прощаюсь. Ты еще вернешься в этот дворец. Я... Приму любую участь, госпожа. Только бы вы и Шехзаде не страдали. О большем я не прошу. Поезжай с миром, Хаджага.
Вы не беспокойтесь, госпожа. Пока я здесь, наши шехзаде враги не тронут даже пальцем.